Урай – один из первых городов Югры, который по поручению губернатора региона внедрил в работу школ автоматическую информационную систему питания. Это так называемый модуль, внесенный в цифровую образовательную платформу. Иными словами, зайдя в электронный журнал и нажав вкладку «Питание», родитель имеет возможность отслеживать лицевой счет, вовремя производить оплату и знакомиться с меню. К примеру, уже сейчас можно определиться с завтраком на первый учебный день. Например, открываем первый вариант меню. Завтрак. Здесь у нас хлеб витаминизированный, видим калорийность, бутерброд, каша молочная, хлеб дарницкий витаминизированный, какао и фрукты. Открываем второй вариант меню. Хлеб, бифштекс, напиток и морковь тушеная с рисом. Родитель может выбрать любой из предложенных вариантов меню. Такая система питания была внедрена во все школы города в прошлом году. Однако в техническом плане приходилось сталкиваться с рядом проблем. Сегодня все вопросы отрегулированы, и взаимодействие с заинтересованными службами по их решению налажено. А новая информационная система питания усовершенствована. Для удобства работы пользователей введены новые функции, добавлены новые вкладки, увеличена скорость работы этого модуля. Сейчас у нас есть возможность, у меня как муниципального координатора, просматривать абсолютно все школы и просматривать каждый класс, каждого ребенка вижу в системе. Раньше этой функции у муниципального координатора не было. В каждой школе сегодня есть специалист, который отвечает за ведение модуля. Ответственность за списки детей возложена на классных руководителей. Модуль позволяет ставить на питание обучающихся, снимать с питания при необходимости, когда ребенок в школу не пришел. Самое главное, что занимаются этим непосредственно классные руководители, поскольку классные руководители в первую очередь видят, пришел ребенок в школу или не пришел. В целом, отмечают эксперты, новая система зарекомендовала себя лишь с положительной стороны, ведь даже вся отчетность базируется в модуле. В планах вновь усовершенствовать программное обеспечение. К примеру, уже скоро родители смогут сами оценивать блюда и писать комментарии. Пока эта функция действует в тестовом режиме. Ольга Ускова, Александр Усков. Наши города.